Многие овны найдут неожиданное применение своим талантам. Во второй половине дня могут возникнуть трудности на работе, проблемы в общении с коллегами и союзниками. Вам будет трудно отстоять свою точку зрения, сохранив при этом хладнокровие. Некоторые тельцы получат важные известия издалека, неожиданные деловые предложения, обещающие скорый профессиональный рост. Во второй половине дня стоит снизить активность, отдохнуть. Близнецы, этот день принесет много интересных событий. Ваш необычный взгляд на многие вещи удивляет окружающих, но именно благодаря ему вы добиваетесь успехов там, где другие потерпели бы неудачу. Раки, будьте осторожнее в первой половине дня. В это время трудности могут возникать там, где вы их не ожидали. Некоторым ракам предстоит столкнуться с серьезными рабочими проблемами. Придется поломать голову, чтобы решить их. Львы, утро подходит для общения, встреч со старыми и новыми знакомыми, обсуждение любых важных вопросов, возможно, неожиданные предложения делового или личного характера. Вы ответите на них согласием и не пожалеете об этом. Работы будет больше, чем обычно, но если вы заранее составите план и будете его придерживаться, то все успеете. Девы, будет шанс помириться с человеком, с которым вы долгое время были в ссоре. Не исключены перемены к лучшему в романтических отношениях. Влюбленные представители знака хорошо проведут время. Весы, непростой день с точки зрения общения. Даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова, оказывается, нелегко найти общий язык. Возможны мелкие недоразумения, конфликты и споры из-за пустяков. Скорпионы, день больше подходит для отдыха и восстановления сил, чем для работы, особенно тяжелой и утомительной. Будет возможность повидаться с друзьями, поговорить о том, что вам интересно, обсудить какие-то важные вопросы. Стрельцы, благоприятный день для деловых переговоров. Удастся решить многие сложные вопросы, справиться с проблемами, беспокоящими вас в последнее время. Козероги, советы знакомых часто оказываются бесполезными, а вот собственная интуиция не подводит. В конце дня, вероятно, хорошие новости, касающиеся близких. Водолеи, благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Открытость и дружелюбие помогают вам быстро завоевать симпатии окружающих. Не исключено, что в этот день у вас появятся новые друзья. Рыбы, вторая половина дня благоприятна для общения, обсуждения важных вопросов. Вам удастся найти общий язык даже с теми, с кем вы раньше не ладили. Друзья порадуют хорошими новостями, сюрпризами и знаками внимания.